Всем привет, вы на канале Супер Лев Геймс. И сегодня мы будем играть с моим другом Хакари в Горилла Атак, в обычный Горилла Атак. Короче, у нас пропали эти баги, эти монстры. И теперь вот мы будем наслаждаться красивым снежком. Все, погнали на горку, да? Мы вам покажем, как пройти в секретану. Подожди, он мне передал так. Я просто слишком сильно. Так, я пойду, давай первый. Давай, иди. Тастич фантастич. Давайте. Все, он погнали! Так, стоп. Что происходит? Где мы? Ну, я же фиолетовенький. Имя такое же, CWC. Какое у меня там? Так, стоп. Нет. Это кто? Подожди. Хакари? А ты кто? Ну, я Лёва. Ну, я Хакари. Хакари, это ты... Все, братан. Где мы? Ну почему мы опять здесь? Это что? Это опять бэкграунд, что ли? Погнали! Куда мы идем? Подожди. Мне нужно все разъяснить. Я не понимаю. Это бэкграунд, типа? Ну? Типа. Что? Почему мы опять в бэкграунд? Ладно, давай ты будешь черным. Опять это негр. Все вернулось на свои места. Ребята, я не знаю, что происходит. Короче, мы просто решили спуститься по горке, а очутились в байкрумс. Что это вообще значит? Касаемся столбиков, чтобы призвать сиреноголового, чтобы он опять пришел ко мне домой. Я сиреноголовый, ла-ла-ла. Убирать попробую. Где? Почему столбы появляются? Нет сиреноголового. Ты что, да? Ну я не знаю, мне кажется, что тут должен быть. Куда мы идем? Подожди, вообще. Нам, похоже, нам нужно опять найти горки эти. Давай тогда во вторую, посередине которой. Попробуем, давай. Так, если я не ошибаюсь, он не будет справа, слева. Ну? Подожди, где они? Да нет, они в той стороне были, да? Тут? Да-да-да! Ты что ты меня тагаешь? Это типа нехар так, да, называется? Ага. Ну реально, что за говно? Ну я не хочу, мы же победили этих монстров в прошлый раз. Ты пошел даже в жертву. Теперь ты воскрес. И, ну я тебя воскресил, точнее. И мы хотели да, отдать. Да, просто не кр... просто нет, это я вообще-то воскрес. Я же Lucky Fighter. А, ты Lucky Fighter, точно. Я удачливый, я воскрес. У меня 30 тысяч жизней. Потому что я Хакари. О, ну мы в прошлый раз на... Первую пошли, теперь пойдем на вторую. Погнали. Погнали. Чего я не еду? Жди меня. Ну нет. Ты серьезно? Это опять это уровень веселья. Я вот знаешь, что я с этими горками делал? А. Срал на них, да? Он, короче, срал на них. Да тихо, подожди о, меня, глазик, я, блин, разучился бегать. Не пойдем теперь. А? На глазик мы теперь не пойдем. А чё? О, смотри, я там вижу глазик, погнали. Да-да-да, у надо эти весельщики. Я не хочу, я хочу на весельщиков. Ты где вообще? А ты где? А ты? А, во, всё. Ну, я не знаю, куда найти, потому что я в прошлый раз нашел какой-то ключ. Даже подписчики могут подтвердить. А, ну, кстати, да. Значит, тихо-тихо, правда. Что, если это будет весельчик, нам жопа. Прикинь, это человек. Сразу на горку тогда иди. Да. Может, боюсь. Мне капец, как страшно, бро. Подожди, мы что, не призвали весельчика? Погнали тогда быстро за ключом. Что, блин, сюда. Погнали быстро за ключом, потому что мы, у нас получилось не призвать весельчика. Так а дальше ключ? Там? Подожди, где ключ? Тут? Так он дальше. А, ну погнали дальше, значит. Главное только не встретить еще одного весельчика. Эй, куда? Горка куда-то попала.
Так, двигаемся максимально осторожно. Ты тоже какие-то звуки странные слышишь? Чё? Я обосрался просто. Я что-то думал, меня какой-то паук там схавал. Погнали. И тут же нет этих пауков мерзких. Не знаю. Это случайно не ключ? Нет. Это вот, желтое. Ты видишь это? Да, это ключ. Сейчас мы... Пошли. Что это? Палки. Ты где? Идем быстрее. Так а тут весельчик. Ну нет, это мы его в прошлый раз призвали просто. Погнали аккуратно. Но тем более он не сможет забраться на третий этаж. Дальше. А? А, или ключ. Ключ? Где? А это где? Да, Рио, это ключ. А я сверху. Блин, куда нам нужно идти, чтобы ключ забрать? Надо вниз. Пошли вниз. Я боюсь, там весельчик. Там нету весельчика. Мы просто, помнишь, он, короче, за нами просто бежал, и он смог забежать сюда, и мы обосрались. Я взял ключ. А потом меня скушал. А как ты его взял? Я просто вот так вот нажал, и все. А, ну я тоже. Взял, все, пошли. А куда нам дальше? Подожди, если мы нашли ключ. Наверное, надо выход искать. Эксит, типа, какой-то, не знаю. Вот там были какие-то еще штучки. Знали? Боже, мне очень страшно. Ну туда мы не идем больше, там весельчик. Что это? Что это такое? Говно. Паркур. Паркур. Жесткий. Ну пошли, короче, нам здесь не место, я так понимаю. Я не понимаю, мы хотя бы одну серию нормально запишем? Ну я не знаю, чтобы нас не схавали, типа, да, знаешь, по миллиарду раз. Ты где? Пошли туда. Ну не чтобы нас не схавали, просто чтобы мы в нормальном гривотаге, а не баганом. А, ну типа да. Тихо, там что, вещальщик? Где? Я боюсь. Мне показалось, похоже. Боже, мне уже мерещатся всякие висячки. Погнали ко мне. О, батутик. Хотя это шарики, но почему-то он отскакивает, как батутик. Где? Подожди, ты где? Пошли. Боже, мне очень страшно. Я прям трясусь вообще у меня. Посмотри, посмотри. Чего? Пошли. Боже, мне страшно. Погоди, а тут рот двигается? Что? А тут рот двигается? Какой рот? Потому что в обычном двигается. А, ну в смысле, когда говоришь, нет, почему-то. Ну баги, баги. Тихо. Ой, вот, мы нашли стенку. Предлагаю идти по стенке, потому что по стенке, скорее всего, будет побезопасней. И мы так быстрее найдем выход. Мне кажется, тут... Главное, только не касайся стенки, а то придет висельщик. Уверен? Да-да, потому что он типа услышит звуки. Понял? Чё? А не типа то, что мы прыгаем по горкам, а мы тут шумим, он не слышит. Нет. Я, кстати, этот. Когда прикольно. Так, идем. Где выход? Не знаю. Может, обратно? Погоди, если мы еще раз эту стену... Че? Оттуда. Потут. Просто если мы сейчас еще вот эту стену пройдем и туда середину, там будет эти горки, откуда мы пришли. Может, надо посередине? Мне кажется, туда пойдем. Другой? Пойдем опять туда, потому что мне кажется, мы где-то пропустили что-то. Ага. Боже, мне уже очень хочется свалить от этого уровня. Подожди меня. Сейчас. Потому что это капец. У меня, блин, уже скоро паранойя начнется от этого уровня. Я реально крайне не хотел, но мы просто провалились. Стой, жди, жди, жди меня. Жди меня. Подожди меня. Стой. Да стой, говорю. Жди меня, пожалуйста. Оглядывайся иногда назад, чтобы меня было видно. Потому что я реально, я медленный какой-то сильно. Жди. Я хочу стенки дотронуться. Нет. Нельзя.
Но сиреноголовый же не пришел. Ну, я не знаю, мне страшно как-то. Может, стенка сейчас такая, мы дотрагиваемся, и там какое-то чудище выскакивает. Возможно. А может быть, наоборот, это будет выход, типа, стенка. Стоп, а может, на каких-то горках должен быть портал или типа что-то такое? Кстати. На выход, либо же на следующий уровень. Главное, такой висеть. Стой. Ариль, а есть тусовщик? А? Ариль, есть тусовщик или нет? Я не знаю, ну есть, но мы, наверное, его не загрели. Дожди меня. Подожди. Стой. Фух. Прям. Мне кажется, если честно, то что должен быть какая-то надпись Exit. Погоди, ну или хотя бы дверь. Хз. А может, слышь, у меня, кажется, идея. Какая? Помнишь то место, там, где стоял весельщик? Может, примерно там был портал? Ой, из стены дотронулся. Да ну беззвучно, все, пошли уже. Вот, подожди, давай посмотрим сейчас все горки. Стой. Где? Тут. Короче, все, проверяем просто. Типа, может быть, это будет какая-то... Знаешь, типа... Может, тут где-то портал? Че, блин, я не поднимаюсь. Что-то стрел. Блин, мне страшно. Я тут по горкам лажу. Ты чё, блин, я присасываюсь к этой стенке. Но если тут, я так понимаю, нет, конечно. Ну, наверное. Может, там, где мы ключ нашли? Кстати, ну, мне может, кажется, кстати, эти горки пропали. А? Кстати, стоп. А может, третий портал... Так это мы здесь ключи нашли где-то. Потому что эти фигни. Ну, хотя они ниже стали. Пошли отсюда, здесь да? Нету. Да я застрял. Где ты застрял? В горке. А, все? Пошли. Да. Что, мне как-то страшно, если честно, очень. Это весельщик! Это весельщик! Ходи, там весельщик, быстрее, бегай! Беги отсюда! Беги на горку, беги на большую горку! Беги на большую горку! Что? Чего? Я сдох. Там нужно идти в больницу. Ну, я не знаю. Похоже... Ладно, я захожу на наш код. Ну, это было очень страшно. Наш опять схавал весельщик. Где он? Может быть, о, его тоже съели, мне кажется, этого. Тимофея. У меня до сих пор в ушах играет это... Где он? Я не могу его найти. Почему он не заходит? Он пишет, что это послание от Сакари. Я умер. Это послание от Сакари. Блин, воскресись тогда, я не знаю, че. У тебя же 30 000 жизней, или как ты там говорил? Привет! Привет. Че? Блин. Чего? А где негр? Не знаю. У меня очко сломалось.
Так у меня тоже. Он... В смысле, там даже его в текстурах близко не было. Какого фига вот он там? Именно... А? Вот именно каким хером он меня скушал. Питер. Я не знаю, что мы должны сделать уже. Уходи. Про, уходи, уходи, уходи. Да боже, бро, ох ты же. Все, погнали отсюда. Куда мы идем? Хз, я не знаю, что нам надо сделать. Может, Хакари, да... Му, Хакари, дэнс. Ого, знаешь, куда? Там, где, помнишь? Там, где в реальном горилла таге? Там, где еще эти... монстрики, знаешь, такие? Акация. А, может, в домик? Кстати, да. А где? А... Что это? Фат Монкей. Смотри. А ну ща. Одно лицо. Давай. Давай ты. Застрял. Ты тоже, кстати. А где, в смысле, где этот? Где это лодка? Кто граффити рисует? Кто стены портит? Боже, испорченное поколение. Да. Согласен. Чу-чу-чу-чу. Блин, мне не нравится, короче, этот. А тебя не смущает, что тут как бы кровавый дождь? Ну, не знаю, нет. Скелет? А го на скелета запрыгнем. Как? Тут не стекло там. Тут нету стекла. У тебя тоже... Санглассес. Санглассес. Чё-то... Комьюнити. Они хотят меня. Бро, там написано We want you. Они хотят меня. Все. Бро, я пошел. We want you. Они хотят. Они хотят меня. Не, они хотят меня. Они хотят нас. Да не надо, нет, твоя сдохну лучше. Пошли. Куда мы идем, я не знаю. Тут кавайные ошейники. Давай знаешь куда, давай знаешь куда. Помнишь, там есть такая лока новая, так, на, которую закрыли еще на этом ивенте? Так ее нету. В смысле? Чего тут так много лок нету? CWC. А может... Го на паблику зайдем? А как? Типа... Типа групп... Давай, смотри сюда. И жди меня. Так, все, мне стрёмно. О, привет! Чё? Чё так быстро? Подожди ещё раз. Давай. Пока. Да в смысле? Там человек, да? А. Хеллоу. Да. Блин, вот тут еще чел, смотри. Ты где? Алло. Где так мне? Нет, нет, в шапочке. Йо, вот. Пицца страшно, конечно, игра. Кули. 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 Пицца захлоп. Все. Ладно, я их не могу включить на маму один. О, привет. Чё ты так, блин, что с тобой? Я пережил Вьетнам. Я пережил Вьетнам, пойми. Пошли. Ты сдох? Да. Го туда на, я не знаю, куда на. Го куда-то на этот. Моринг, спайдер, тут спайдеры. Мне пофиг. А мне пофиг. Спайдер. Hello. Hello, спайдер. Го сюда попробуем. Я не могу сюда почему-то забраться. Я боюсь. Ну, мне все равно, в принципе. У меня уже, я уже пережил 15 мировых войн.
А я гектолеорных, поэтому иди нафиг. Пошли. Тимофей опасался. Давай, я уже почти забрался. Я хочу сюда. Я не знаю, зачем мне сюда, но я хочу. Давай ты лучше с этим попробуешь, а потом мне передашь. О, наконец. Нет, так не моя техника не работает. Аккуратно, блин. Ты дал? Зачем ты упал? Алло, ты где? Че, схавали его? Тебя схавали? О, привет, тебя схавали? Я упал. Я думала, тебя схавали. Че тут отображается розовый? Я вообще-то фиолетовый, а не розовый. Вы что, слепые? Ладно, может упадем и мы провалимся. Да еще нет, я тоже упал. Help me, bro. Слышишь, help может me, bro. Попробуем куда-нибудь упасть и вернуться в реализацию мира? А го на горку опять. Мы же через горку попали туда. И через горку обратно должны попасть. Кстати. Погнали. Главное только добраться до нее сначала. Кстати, да. Дай красненько, дай. Красненького, да, красненького. Не дам. Да ну ты, я медленно бегаю, капец. Кстати, а помнишь, тут была квинка сломо, что с ней стало? Не задавай вопрос. Ты ее убил? Или перекормил ананасами? Первый вариант. Сигма. Хорошо, сейчас мы за... We want you. Они хотят меня. Не надо. Я не хочу, чтобы вы меня убили. Короче, попробуем сейчас опять сюда же, да? Тимофей, где? Тимофей, да. Его зовут Тимофей, если что. Я случайно спалил твое имя. Да ты куда? Стой. Сейчас сдохну. Стой, блин! Я случайно упал. Только жопа. Мы сейчас скатимся с горки, по идее, должны знать всех монстров, которые нас сюда отправят. В смысле, не сюда, а в обычный горилла так, а не забаганный. Так. Пошли. Давай. 3, 2, 1. Погнали. Тут, видите, там был нормальный снег, а сейчас тут кровавый снег. Ну, давайте. Вау, ребята, мне кажется, что-то происходит. Почему? Я поменял цвет, и горка поменял цвет. Да! Мы в обычном. Похоже, у нас получилось освободиться. Надеюсь, думаю, мы больше не будем скатываться с этой горки. Так. Стоп, а где? А где Тимофей? Стоп. Может, я его пойду поищу сейчас? С ведра у него поищу. О, Тимофей, алло, ты где? Тимофей. Что? Он что, умер? Нет. Только не говори, что он умер, пожалуйста. Тихо. Почему его нигде нет? Он умер. Ребята, ну мы, конечно, не без потерь тоже. Что? Нет, этого не может быть. Тимофей умер. Похоже, это была горка какая-то, я не знаю, плохая горка. Я не знаю, она, похоже, забрала одного к себе, а одного отпустила нормально. И он решил пожертвовать собой. И типа пойти, чтобы я остался. Ну, ладно. Блин. Хотя не ладно, что я говорю, ладно. Жалко моего друга. Капец. Он же меня стакому всему научил. В итоге умер. Из-за какой-то просто... Из-за какого-то бага, даже не игры. Это просто из-за бага было. Ребята. Я не знаю,
Что я теперь буду делать? Я попробую воскресить Тимофея, но не уверен, что у меня получится. У меня этому не учил. В общем, если вы хотите, чтобы я попробовал воскресить Тимофея, если вам его жалко, если вы считаете, что он поступил как самый настоящий герой, то ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях плюсик, если вы хотите, чтобы я воскресил Тимофея. Ну а теперь всем пока-пока, до новых встреч. Хорошего вам дня. Желаю, чтобы у вас не пропадали друзья, как у меня, из-за какой-то игры. Так что, всем пока-пока. До новых встреч, ребята. Попробую, может быть, его воскресить.